Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. Здравствуйте, в студии с новостями республики Умар Тикеев. И вот некоторые события. Жители Украины могут получить гражданство России в упрощенном порядке. Карачаево-Черкесия представила туристический потенциал на форуме «Путешествуй». Учитель гимназии номер 19 Черкесска Джамиля Узденова представляет регион на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы». В Черкесске состоится Кубок президента Союза Тхэквондо России. Далее об этих и других темах подробнее. Ростелеком и правительство Карачаево-Черкесии подписали соглашение о сотрудничестве. Председатель правительства республики Мурат Аргунов и вице-президент Ростелекома на юге Сергей Мордасов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Партнеры намерены провести анализ существующего показателя информатизации региона и на его основе разработать решение по созданию многоуровневой цифровой инфраструктуры республики. За последние 3 года Ростелеком инвестировал в цифровизацию республики более 200 миллионов рублей. Еще одна образовательная организация Черкесска, школа номер 6, включена в федеральную программу капитального ремонта школ. Об этом в социальных сетях сообщил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. Ремонтные работы начнутся в январе следующего года и завершатся к 1 сентября 2023 года. Школа остро нуждается в капитальном ремонте, который не проводился здесь со дня ее открытия, то есть с 1957 года. На время ремонта учебный процесс будет осуществляться в гимназии номер 13. Президент страны Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но и Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказала старший инспектор группы по вопросам гражданства, соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии капитан полиции Снежана Конкошева. С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации отдельной категории граждан, то есть граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту. Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территории России, если у них только миграционная карта. Если они ранее оформляли документы, такие как разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации, таким гражданам досмотр уже не нужен, они ранее проходили медицинское свидетельствование. Заявление и фотографии. С ними они могут, эта упрощенная система приобретения гражданства России. Должны лично обращаться в управление по вопросам миграции, то есть здесь, в Черкесске, в управление с документами, которые у них имеются. Российский туристический форум путешествий, который прошел на ВДНХ, по оценке специалистов отрасли, стал мероприятием нового поколения, посвященным современной туристической индустрии во всем ее многообразии. Более 50 тысяч участников, 200 спикеров и 20 масштабно представленных на форуме российских регионов, в том числе и Карачаево-Черкесия. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Здесь идет обсуждение и вопросы пути решения насущных проблем в отрасли. И Карачаево-Черкесская республика, участвуя в стратегических сессиях, представляет свой туристский комплекс, свои услуги, что можно получить от Карачаево-Черкесии, какие эмоции, впечатления при путешествии, какие решения у нас есть и в плане обустройства маршрутов, и в плане развития туристских комплексов.
Вот в целом, для того, чтобы все заинтересованные лица на этом мероприятии понимали, как развивается республика и что можно увидеть, приехав в республику. Скажу о том, что регионы Северного Кавказа, объединяясь в рамках нашего общего проекта «Кавказ Гран Туризма», разрабатывает сейчас и общую информационную повестку, и планирует общий путеводитель, общий аудиогид и общий туристский продукт для того, чтобы входить на территорию не только российского рынка, но и международного, для того, чтобы привлечь туриста. Это единое информационное поле. Также есть много решений у других регионов, которые полезны и нам, и другим субъектам. И, в общем, это дает некое совместное развитие для того, чтобы мы активно могли принимать и впечатлять туристов. В регионах Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19. При ухудшении обстановки действие ограничительных мер может быть возобновлено. Актуальная информация об эпидситуации по COVID-19 регулярно размещается на сайте stopcoronavirus.rf и на официальном сайте Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии настоятельно рекомендует соблюдать правила личной гигиены в учреждениях и организациях, общественном транспорте, местах массового скопления людей, а также вовремя, каждые полгода, делать ревакцинацию. В ауле Иконхалк приблизится к завершению реконструкция общеобразовательного учреждения. В период ремонтных работ школьники обучались в школе аула Эркенхалк. В настоящее время основные ремонтные работы на объекте завершены. Комментирует информацию директор школы имени Халмурзы Кумукова аула Иконхалк Фатима Унаджева. В гостях хорошо, а дома лучше. Все равно в гостях можно побыть. День, два, неделю, такое долгое время очень тяжело. И для хозяев, и для гостей, конечно. Но мы оба коллектива хорошо выдержали это. Спасибо нашим коллективам, которые с пониманием отнеслись. Хочу сказать спасибо нашим родителям, которые тоже поддержали нас в трудную минуту и с пониманием отнеслись к данной ситуации. С 15 по 19 августа в Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в Черкесске состоится творческая лаборатория школы культурного форума регионов России. К участию приглашаются сотрудники и руководители негосударственных организаций в сфере культуры Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии на базе общеобразовательных организаций в сельской местности до конца года откроют 26 новых точек роста. За последние 3 года в Карачаево-Черкесии открыто 87 таких точек роста. К концу этого года их общее количество достигнет 113. Точка роста – это специализированный центр на базе общеобразовательных школ, цель которых состоит в том, чтобы дать возможность детям из сельских местностей научиться работать с современными технологиями. Прокуратура Малокарачаевского района по материалу, поступившему из ФСБ России по Карачаево-Черкесии, провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Проверкой установлено, что гражданин хранил в общедоступном месте по месту своего жительства религиозную литературу, которая включена в федеральный список запрещенных материалов. Указанную литературу злоумышленник планировал распространять среди друзей и родственников с помощью компьютера, однако довести свой умысел до конца ему не предоставилось возможным. По результатам проверки прокуратурой возбуждено дело о массовом распространении экстремистских материалов. Малокарачаевским районным судом заявление прокурора удовлетворено. Правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В Черкесске ребенок на улице игрался с учебной миной. Около дома номер 78 по улице Даватора был обнаружен предмет, схожий с боевой противопехотной миной. Подробности сообщила начальник пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. На место незамедлительно выехали сотрудники оперативных подразделений полиции, ППС, ГИБДД, Росгвардии, работники экстренных служб. Прилегающую территорию оцепили, удалив гражданское население на безопасное расстояние. Саперы определили, что обнаруженный предмет не содержит взрывчатых веществ и является учебной миной. Ее изъяли и отправили на исследование в ЭКЦ МВД по КЧР. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительной информации, тренировочная мина принадлежит жителю Черкесска. Его 8-летний сын взял ее поиграть и вышел во двор.
Проходящий мимо мужчина забрал у мальчика угрожающего вида предмет, положил на землю и сообщил о находке в единую диспетчерскую службу. Данный факт показывает, как из-за безответственного отношения сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб теряют время, которое, возможно, требуется для спасения жизни и здоровья граждан. Житель Карачаева-Черкесии уличен в афере на 32 миллиона рублей и неправомерном обороте средств платежей. Сразу два уголовных дела возбуждены в отношении 53-летнего руководителя сельхозкооператива из села Чапаевского. Мужчина подозревается в мошенничестве и незаконном обороте средств платежей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с установившейся в последнее время на территории Карачаева-Черкесии сухой жаркой погодой, а также увеличением числа природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, на территории республики введен особый противопожарный режим. В связи с чем в лесах и на землях сельхозназначения запрещается проведение пожароопасных работ, разведение костров и так далее. Комментирует информацию заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Алексей Нарвыш. В связи с устоявшейся горячей сухой погодой на территории Карачаево-Черкесской республики прошло увеличение количества числа пожаров на 37%. Поэтому постановлением правительства Карачаево-Черкесской республики номер 205 установлен особый противопожарный режим, в котором указаны мероприятия на стабилизацию обстановки с пожарами, а именно запрет разведения костров, запрет сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков. Вместе с тем, при введении особого противопожарного режима сумма административных протоколов удваивается, то есть на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных от 20 до 40 и на юридических лиц от 200 до 400. С 25 по 27 августа в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоятся международные соревнования «Кубок президента Союза тхэквондо России» среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие амбассадоры данного вида спорта, олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин, серебряные и бронзовые призеры Олимпиады Токио 2020 года Татьяна Минина и Михаил Артамонов, а также весь основной состав сборной команды России по тхэквондо. Карачаево-Черкесию представят на турнире также сборные команды среди мужчин, женщин и юниоров и юниорок. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременно дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33. В горах местами до 24 градусов. В Черкесске переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30, плюс 32. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.